приготовлю очень красивый полезный салат с тунцом. Готовится очень просто. Начинаем. И для приготовления мне понадобится 2 листа пекинской капусты, немного листьев салата, помидоры, зеленые оливки, конечно же, тунец. У меня он для салатов специально. Перепелиные яйца отваренные. Немного лимонного сока я буду использовать для соуса. Горчица, соль, перец, масло, оливковое или подсолнечное по вашему вкусу. Также я буду использовать бальзамический соус, но это по вашему желанию и наличию. Листья капусты нарезаю. Салатные листья нарываю. Перепелиные яйца разрезаю пополам. Ложечкой выкладываю тунец. И зеленые оливки. Также можно добавлять черные оливки, если вы не любите зеленые. Мне кажется, к рыбе больше подходят именно зеленые. И быстро приготовлю заправку. 3 столовые ложки масла. Добавляю щепотку соли. Чайную ложку горчицы. И примерно столовую ложку лимонного сока. Слегка взболтаю вилкой. И поливаю заправкой салат. Слегка присыпаю перчиком и поливаю бальзамическим соусом. Салат готов. Можно подавать к столу. Салат получается очень вкусный и полезный. Может послужить целым ужином, а иногда даже обедом. Очень советую приготовить. И приятного всем аппетита!